Здравствуйте, Игорь. Это видео про ваш объектив с установленным одуванчиком. Как видите, диафрагмы все меняются. От 2,5 до 32 фокусное расстояние 105 мм. Ушки я убрал, они не нужны. Аккуратно вставляете и вынимаете объектив из камеры. При работе с одуванчиком диафрагма всегда 32. Здесь по большому счету поправки не нужны, но экспокоррекция, в общем-то, всегда нужна. Вот одуванчик установлен. Кольцо под АИ запилено. Сейчас я это все дело упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.